Друзья, всем привет, всем доброе утро, вы на канале Чернова ТВ. Мы сейчас приехали с самого утра, приехали в Пилсон и Босун Миграция, если я тут порвал, ДЛПС Нобеля. У нас просто сегодня запись 9.40, а мы вчера про это вспомнили и забыли. И сегодня без будильника ровно без 10.09 стали, быстренько попили кофе с Моникой. И приехали сюда Монике делать новые документы, а то с Рогоной забылся. Где он был? Я тоже не помню. Трэш остал. Желаем третий этаж. Обязательно нужны маски. У Моники есть маска, у меня тоже маска есть. Друзья, короче, меня с Моникой не впустили. Мы поднялись на третий этаж. И подошла тетушка, спросила, кто я, кто Моника. Я сказал, ну это дочка, я отец. Она говорит, ну в 17 лет дочь сама может идти и сделать документы. Так что меня не пустили, жду сейчас Моники. Мы выходим, Моника заказала себе ID-карточку, да, Даша? ID, чтобы сделать эту ID-карточку у нас в Латвии, она стоит 5 евро. По телефону говорили, что обязательно нужна маска, но нас пустили без маски, да, и тебя тоже приняли полностью без маски, да? А, ну да, так что все в порядке. Ладно, друзья, едем домой. Мы дома? Настюша, ну я же снимаю, а ты пьешь здесь кофе. И что, нельзя? Ну, оденься нормально. Я не люблю чернобисти. Настюшка за кадром готовит, жарит нам блинчики. Очень вкусные, очень тонкие и очень большие. Максимка, вы просто, я вам рассказываю, а вы представляете, да? В раковине у нас небольшая гора посуды, не помыта. Две кружечки кофе стоит на столе. Максимка в трусиках смотрит мультики. Миленка еще спит, Полинка ждет блинчики. Вот такие у нас получаются у Настюшки блинчики. Они уже в сковородке, видите, приобретают нужную форму. Форму конвертика. И будем кушать с таким вот джемом вишневым Михеев. Так что это, кстати, очень вкусно. А хотя у нас есть и сгущенка, и банка варенья. Все предполагается. Это наш друзья, сегодня завтрак. Обалденно вкусно. У нас прошла маленькая телепортация. Мы, друзья, находимся на даче. Мы давно уже договорились с друзьями, что они к нам приедут в гости. И этот день, сегодня мы утром только решили 100%, что да, мы встречаемся на даче, гости к нам скоро приезжают, потому что мы думали из-за погоды, потому что по новостям было сказано, что ночью будет дождь и утром то же самое будет ливни. Ну мы проснулись, дождя нету, ливня нету. Ну вон такие тучи черные, и мы хотели с ночевкой ехать. Да, мы хотели сегодня с ночевкой ехать, но договорились, что до вечера потусим с банькой, там пообщаемся, посмеемся. Потому что вечером дождь будет с грозой, я там тоже думаю, да. Если не раньше начнется. Но так у нас что... хорошая беседка. Так что мы приехали, сейчас я буду быстренько топить баньку. Макс, будем там что-то приготовить, уже кушать, и вы с нами. Перекрёт. Только что звонили гости, они уже сказали, что они уже практически здесь. Так что сейчас мы уже идем потихонечку их встречать. Я вилочки несу. Короче, ты не убегай. Но я занята. Окей, работай. Не, ну что хотел? Короче, к нам приехали друзья, как вы знаете, все Перловы. Они у нас сегодня в гостях. Да, ну типа снимаем, там уже стол накрыли. Все, бегу. Блин, мы не можем... Да? Только включаю камеру, ты молчишь. Ну все.
Короче. Кстати, нам задавали вопросик, как мы познакомились, сколько мы лет знакомы. Я предлагаю это мы... 38. Это мы общим, за общим столом мы возьмем и ответим на этот вопросик. Вы не против? Нет. Конечно нет. Короче, ладно. Подготовимся нормально, потом ответим. Так, мы сейчас, короче, делаем кушать. Мы растопили казанчик, там маслице. Здесь мы сейчас готовим. Будем здесь жарить разные сосисоны. Здесь мы сейчас будем жарить картошечку фри. Из этого вот мы сейчас будем выбирать, что будем готовить. Уже видео какой-нибудь идет. Они же повторяют. Так же самое, уже девчонки накрыли стол. Я сделала вообще-то. Ты все полностью сделала, да? Конечно. Вот Миленочка все полностью сделала. Пирожки налепила. Пирожки налепила, колбаску в кишки нафаршировала, да? Да? Молодец, умничка. Что там начинается? Давай холодной воды добавим. О, про холодную воду. Сними это, Настя, сними красиво. Вот камера, она включена, быстрее, мне обжигается все здесь. Как же красиво. А картошку кто порезал? Может, очень много, или что, она в воде, может быть? Нет, просто масло прокалилось, шикарно. А у меня не стоят сковородки на плите прям. Ну, я так не люблю, все убрано. И она стоит под крышкой, я думаю, грязная, залитая водой, как обычно, перед мойкой, да? Я беру ее, потом свой масло, подхожу к нему, говорю, он такой, ладно, ничего страшного, что там у тебя хапнуло? Я говорю, и на следующий день мы жарим фри. Я говорю, точно все хорошо будет? Он, да нормально будет, закрыл крышкой, начала чуть-чуть стрелять, чуть-чуть так. Мы закрыли крышкой. Милена рядом сидит, что-то чистила тошку-тошку, да? Он там крутится возле раковины, и тут взрыв, такой бах, эта крышка аж взлетела, вся кухня в масле. У меня даже две капельки. Это в жиру одежда, это майка белая в жиру вся. Я такая в полик стою, намываю, но молча. Я чуть-чуть не хочу. Только картошку кинули, она уже через 10 минут уже скрылится, уже почти уже готовая. Ничего не боишься. Занька сейчас ничего не пригорает. Да? И так же самое. Сережа жарит мясо. А я жарю это. Хорошо, ты сегодня все делаешь полностью. Мы вместе жарим. Вы вместе жарите. Говори, озвучи что-нибудь. Друзья, у нас сейчас происходит маленький такой челлендж. Озвучить будет бутылочку, как все. Ой, отмывают ты, я отойду. В интернете, в ТикТоке. Это не знаю, как сейчас, но раньше был типа как... Тренд. Покороче, да, говори? У меня ножик. Тихо. Ну, у меня руки. Ой-ой-ой, сейчас как этим ножом. Папа, надо наверху, внизу два раза. Вау, открылось. Еще неужели в мусорник улетело? А кто мыть? Мыть будет. Я, давай, конечно. Молодец, Настюшка, ты все делаешь, умничка. У нас все приготовлено. Что? Подожди. Дай мне сказать. Можно? Спасибо. У нас, смотрите, у нас приготовлены такие вот... Знаете, что это? Купаты, рулеты. Меня называют рулеты. Это наш шеф-повар грузин сказал, что это рулеты. Сейчас мы будем все кушать. Это вот такой замечательный салатик. Просто бомба. Давай, я здесь. Да, а я где? Здесь. Шикарно. Посмотрите, какое у меня место. Царское. О, трон. Трон. Так, ну что, мы сейчас покушали все. Офигенно, просто вкусно пообщаемся, смеемся. И здесь, тихо! И здесь мы вспомнили с Настюшкой, что нам задавали вопросик, как мы познакомились... Давай, вы куда вы убежали? Ну, как мы познакомились с Перовыми? Откуда мы знаем, сколько лет мы дружим? Я вот думаю, что мы на этот вопросик ответим все вместе. Поймай, вы не против? Сначала, я думаю, сейчас мы их поймаем, привяжем их сюда, к сидушкам, и будем общаться. Короче, друзья, мы сейчас будем все вместе дружненько отвечать на вопросик. Как долго мы с вами дружим, как долго мы знаем Перовых. И вообще, Серега, камцами. Серега, ну пожалуйста. Вот так, Зая. Зайки, идите. Они у нас чуть-чуть садитесь. Стесняются, но они не против. Не против я пообщаться с вами, наши дорогие двигайся. Друзья. Нет, на... Иди туда, к папе. Иди сюда, Поль. Поль. Ну тогда двигайся ближе. У нас батарейка. А что вы без нас общаетесь, да? Во, короче. Так, я надеюсь, что мы все вместились в наш самый... Конечно, вместились. Да. Короче, друзья, нас спрашивали, как долго мы с вами общаемся, как откуда мы вас знаем и вообще. Ну сколько, лет 18 где-то, наверное. С 18. С
целый. Нет, нет, честно, нет. Нет, да. А что, нам не 18? Нет, на самом деле мы вас знаем с клуба еще ЛГК. Те, кто в ЛГК ходили, друзья, пишут нам комментарии, что то же самое пишем, что да, мы их знаем, и вы знаете тоже. Нет, вы что скажете? Фу. Нас эти. Пусть не знает. Не надо нас знать. Ну а что? Там все было нормально. Еще раз, давай запишем. Нет, честно. Да нет, ну. Вопрос закончен. Короче, нет. Короче, вот Сережа ответил, что они знают с 18 лет. Наташ, вот скажите, да? Прокомментируйте. Да, вы полностью поддерживаете своего супруга. Конечно. Это мы вообще первый раз говорили. Только приехали, познакомились, да? Да, мы первый раз видимся. Не, на самом деле, если честно, да, мы знакомы уже с 18 лет, потому что мы познакомились в клубе, они нас видели в клубе, мы их то же самое видели в клубе, а вот так вот, как мы общаемся тесно, вот допустим, вот входим друг друга в гости, там, это же... Сколько года два, три, года два, четыре, нет, два, наверное, два, ну вот точно с канала уже. Вы нас нашли как, с канала? Не, помнишь? Было что-то такое? А, да. Сейчас дела вломила, да? Что? Они тебе привет! Да, потом стали общаться. Ну, ты все закончил? Общайся. Мы так и про... Нет, ЛГК, потом у них семья, у нас семья, мы просто немножко перестали видеться, да? Заняты были. Да. Семьями. Семьями. Строить. И да, и тесно, семьи. Короче, два года, да? Да, и потом мы начали снимать канал, YouTube, и вы нас видели в канале, и такие, ёпт, вы это... Это же они! Опять они, да? Вот. Нет, главное, надо было узнать номер телефона. Вот, и как-то мы стали так общаться, и шикарно. Мы не против дружить домами, они я на тоже надеюсь, не против дружить. Конечно. Там семьями, домами, дачами, там чем только не можно дружить. Так что надеемся, друзья, мы ответили на ваш вопросик. Задавайте еще. Пин-кодами надо будет обменяться. Интернет-банками. Общий можно сделать, да? Да, один. А сейчас у нас по расписанию банька. Сейчас уже мы все дружим. Камеру. Я включил ее опять. Он не предупреждает нас сегодня, Мира. Он успевает все. Так, друзья, сейчас мы все идем в баньку. Будем сейчас париться, веселиться. Сейчас мы включаем громкую музыку. Мы бы вам сейчас кое-что показали, но у нас громкая музыка, понимаете? А это все атовские права, к сожалению. Это ты типа сейчас отмазался, что ты не будешь видеть? Ну сейчас, да, потому что мы сейчас... Ну мы кое-что покажем. Все. Настюшка у нас сегодня сейчас будет за видеооператора, потому что мальчики идут в баню. Банщики, банщики вышли. Вышли под ведрышко. Мы идем на ведрышко, посмотрите. Давай, Коля, готовы? Да, что ты там прикрываешься, аккуратно. Бегом, бегом, бегом. Пленка закончится. Бегом. Мне кажется, одни и те же влоги. А у него уже такая картина была, когда кто-то бежит. Готова? Вау! Не снимай Полю, вот так встань. А, сори, Поля. Готово? В трусиках. Знаете, там нет. Полина. Поль холодная. Надо было честно сказать, вода холодная. Полин, ну такой папа у нас, да, вот такой папочка шутник. Очень ледяная, да? Ну а ты напарилась, хорошо? Ну, значит, должно быть тебе нормально, нет?
Просто если бы предупредили, что холодное, было бы легче, Полинка, да? Это о, Полинка, смотри, твоя штучка улетела. Убегаем, он еще набирает, убегаем. Прикольно, Поль, было? Еще будешь? А, да, значит, все, нормально. Ну что, друзья, у нас уже вечерок. Настюшка уже перемыла всю посуду. Я, вот честно, вот дайте я. У нас музыка просто играет. Я сейчас с вами чуть-чуть поболтаю. Мы шикарно отдыхаем. У нас банька. У нас шикарный стол. Мы общаемся, смеемся. Честно, мы сегодня много чего не снимаем. Мы перед вами извиняемся. Низкий поклон. Вы у нас самые лучшие. Так что мы еще находимся на даче, мы сейчас пьем чаек, кофеек, вот. Так что сегодня такой у нас влог. Понять и простить. Ну что у нас здесь происходит? Все у хорошо? Нас это класс, обрати внимание. Это, ну я понял, я вижу, что класс. У нас сегодня девочки занимаются полностью этими слаймами. И мне кажется, они могут в 8 утра встать и до 8 утра вот постоянно все крутить, вертеть его, да? Настюшка сегодня как пчелка, помыла всю посуду, перемыла, высушила. Молодец, Занька, вот честно, пчела Майя. Молодец. Еще осталось парочку стаканчиков помыть, и вообще будет шикарно. Порядок. У тебя сегодня высший пилотаж, Занька. Ты что там? Что с тобой? Пчелка Майя сегодня ты у меня. А я пчел Май. Шмель! Шмель? Девчонки и Максимка пошли собирать шишки. Папа, ну, иди домой, мы хотим спокойно. Вы хотите сами? Хорошо, не снимать вас? Нет! Уверена, Амель? Окей, все. Не будем их смущать. Короче, они сейчас принесут мне шишечки. И мы эти шишечки будем подсыпать вот под эти розы, под эти туйки, чтобы было примерно... Вот так вот красиво. Ну, что вы там набрали? Много шишек? Давай, рассказывай. Ну, кто расскажет? О, показывайте. Ну, Полин, ты больше всех. О, что это? Мы вместе собрали. А, вместе? Это мы с Верой вместе. О, целая корзина? С Ариной вместе. И я тоже. Там будет еще? Да. Это вообще мы все вместе, только втроем. Все вместе, да? Я тоже собирала. Молодцы. Максимка, давай, понести шишки вот сюда вот. Несем. Проходим. Маленькую. Да, маленькую тоже неси. Так, не. Высыпаем вот здесь вот. Давайте, так, подождите. Мика, нужно подсыпать. Вот там нету. Высыпаем. Не все. А вы высыпаете, можете, вон туда. Давайте высыпаем вот сюда. Угу. Да ты прям сажешь туда. Шикарно. Мирина. Шикарно. Все, теперь можешь остальное высыпать вот сюда вот. Вот сюда вот высыпай. Шикарно. Вы будете бы были бы прикольные, идеальные, если вы бы собрали бы еще бы три корзинки. Там больше нету, Мирина? Нет. Нет, да? Ну шикарно. А там есть? Там есть еще? Нету. Пойдете еще? Нет. Друзья уезжают. Ты ее пониже чуть. Друзья, ну что, мы уже все собрались. Мы круто посидели. Сейчас мы все быстренько садимся по машине и едем домой. У Вениса у нас дома. Мы снимаем. Какой пакет взяла? Да, я все взяла. Зачем ты ему даешь? Дорожку. Слушай, охладил, главное. Скоротай. Такой забавливый. Я поняла, Тома пить. Дети в машины. А что еще делать? Все, по машинам, поехали. Всем пока. По машинам. Подожди, нормально попрощаюсь. А буськи?